Свою поездку по южным регионам лидеры партии Атаджурт начали с города Ош. Стоит отметить, что ни одну политическую партию Ашани не встречали таким ликованием и радостью, как партию Атаджурт. Более 50 тысяч людей всех национальностей на центральном стадионе ожидали лидеров партии. Открывшего встречу Ахматбека Кельдибекова, принявшего активное участие в стабилизации и восстановлении мира, в трагические июньские дни жители встретили овациями. В своей речи Ахматбек Кельдибеков призвал народ города Ош к миру и согласию между кыргызами и узбеками, сохранению единства и целостности Кыргызстана. Ознакомление с тезисами предвыборной платформы партии Мыктыбек Абдылдаев начал со слов: «Стратегической целью партии является построение устойчивого государства, стабильного общества и эффективной экономики. Это главное, ради чего партия Атаджурт решила участвовать на выборах в Джугур-Кукинеш. Он обозначил первоочередные и неотложные меры, направленные на преодоление последствий трагических событий на юге страны. Мы никогда не делили, не делим и не будем делить Кыргызстан на юг и север. Мы едины». Камчыбек Ташиев акцентировал внимание Ашан на трех важных для партии Атаджурт задачах. Во-первых, в случае прохождения партии в Джугур-Кукинеш они приложат все силы на установление стабильности и мира на юге. Во-вторых, партия обязуется подчиниться решениям политических организаций, набравших подавляющее большинство голосов в парламенте, с условием, что эти партии победят на выборах честным путем. В-третьих, самый главный принцип партии Атаджурт, как подчеркнул Камчыбек Ташиев, – сохранение наших земель. «Мы будем защищать каждый сантиметр территории Кыргызстана», – добавил он. «Все устали и хотят мира и согласия, стабильности и процветания. Мы верим в партию Атаджурт. Верим также, что именно эта партия выведет страну из кризиса. Потому что здесь собрались порядочные, образованные, профессиональные и достойные люди, знающие свое дело», — говорили жители Ошской области. «Нас в партии привлекает то, что здесь собрались люди с совестью и хорошей репутацией. Члены партии Атаджурт — образованные люди, которые обеспечат развитие страны». «Я сказал, что наш главный принцип, чтобы были политики, были в государственном управлении. Это профессионалы. Профессионал никогда не ошибется. Профессионал никогда не сделает неправильно. Профессионалы всегда сделают то, что нужно и положено». Все, и кыргызы, и узбеки, хотят только одного – мира и стабильности. Они верят нам, атаджуртовцам. Они говорят: «В самые трудные дни только вы были с нами и среди нас. Только на вас надежда». На такой высокой ноте патриотизма, вере и надежде жителей Ошской области в партию Атаджурт закончилась встреча. Лидеров провожали, скандируя: «Мы за Атаджурт. Мы верим в тебя, Атаджурт».